Ну что, Синдрос, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить. Ну как, мы с вами прошли уже основной сюжет в Life Strange Before the Storm. Сегодня с вами будем проходить дополнительный эпизод, бонусный, так скажем. Там будет Макс маленькая и Хлоя маленькая, как я понял. Поэтому посмотрим, что же там нам покажут в бонусе, да? Вот, поэтому будет две дополнительные серии, скорее всего, это и следующая, я думаю, так, вот. Да, наверное, так. Вот и все. Поэтому, Саша, поудобнее, надевать блюдо обязательно. Приобретите куш, принять пить как пить или пить воды. Приятного вам просмотра. Если ты не смотрел прошлые серии, если не смотрел сюжет, да, этой игры. Это сказать DLC, но этой игры. Вот. Если не смотрел сюжет этой игры, то посмотри, ссылочка в описании находится на полное прохождение данной игры. Вот, и чуть ниже описание спускаешься, на телефоне чуть ниже описание спускаешься, там будут подсказочки на прошлую серию и на подлист по напряжению данной игры. Если с компа смотришь, там вверху справа вот такой восклицательный знак, нажимаешь на него, там тоже тебе будут подсказочки, то же самое, все там, прошлая серия и плейлист с полным напряжением данной игры. Прикреплен там в подсказочках, поэтому приятного просмотра, мы, собственно, продолжаем. Ну, по факту продолжаем проходить Life Strange Before the Storm. Так, это мы с тобой все прошли здесь. Давай начнем бонусный эпизод. Прощание. Давай посмотрим. Посмотри, иконка поменялась. Видишь, иконка поменялась. Ничего себе. Ничего себе. Это что такое? Это кукла. Нормальное начало, блядь, хорошее. Две куклы. Чего, блядь? Ready, I guess. But isn't your mom gonna? Нет, твоя мама не психанет. She's probably cooking. Да, она наверняка готовит под радио, ничего она не услышит. I bet she'll notice a hole. Она, наверное, заметит дыру в полу. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. Верь в науку. В науку, а? Наука, блядь. Ебать. Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen. That was truly amazing. Why are explosions so awesome? That's like asking why are puppies cute? Some things just are. I'm not sure your mom would see it that way. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. I'll be excavating the closet. А почему мы играем за Макс? See anything else to trash? Почему играем за маленькую Макс? Не понял. Это же про Хлою игра, нет? Это же про Хлою игра, не про Макс. Почему мы за Макс играем? Это я не понял. Ну ладно. Этого я, конечно, не понял. Да. Такое ощущение, словно я полжизни в этой комнате провела. Наверное, потому что так и есть. Поверь мне, что эти времена теперь в прошлом. А почему за Макс-то играем? Почему за Макс-то играем мы? Или нам сейчас дадут, типа, и за Макс, и за Хлой поиграть маленькую, типа. Ну, когда они были маленькими. И за ту зуб, типа. Через несколько дней вся моя семья переедет в Сиэтл. Я не представляю, как снова увижу Хлою. Возможно, это мой последний шанс попрощаться. Возможно, но... Очень-очень-очень странно. Но как сказать лучше, что ее оставляют? Очень странно, что мы играем за Макс. Какого... Ну, да. Про нее вся игра была, вот, первая часть. Мы за нее играли. Почему здесь там играем за Макс? Но будет прикольно, если нам сейчас дадут и за Хлою, и за Макс. И за Хлою, и за Макс так поиграть, знаешь, типа... За двух персонажей сразу поиграть. Будет прикольно. Но с другой стороны, тогда... Ну все, блядь.
Короче, ребят, я разобрался с этим залагивающим моментом. Проще говоря, как только запускаете, ну, если кто будет проходить, как только запускаете этот бонусный эпизод, вот как только, да, как только запустили, как только вот эти куклы, которые, да, там, ну, вначале есть, появились, нажимаете Escape, заходите в графику, здесь меняете вот на 1208 на 720, грубо говоря, на разрешение экрана, а здесь меняете на низкое, все, и ждете, пока у вас не появится вот это управление, то есть пока не дойдет до вот этого момента. Как только оно дошло, можете смело менять обратно. Дошел до этого я не сам, я нашел в интернете это, типа, это, ну, скажем так, частая проблема почему-то, ну, очень часто и у всех проблема такая почему-то, да, вот, и я такой, ну, попробую вот это, и вот оно сработало, ребят, так что, если будете проходить, имейте в виду, меняйте, просто сразу пускайте бонусный эпизод, меняйте разрешение экрана на 720, да, 1208 на 720, и меняйте качество графики на низкое максимально, даже если у вас, пиздец, ультракомпьютер, который максимально все грузит, лучше поменять на низкое, да, типа, чтобы оно загрузило до этого момента, где у нас управление дается, и в целом все, вот, как-то так, просто я что-то как-то, ну, в шоке был от этого. Вот. Как-то так. Как-то так. А зачем мне клавиатура? Я же на эту. Так, ну что, let's go. Ой, батя, что у меня? Он пойдет. Короче, что, давайте осматривать с вами комнату. Давайте осматривать с вами комнату. Живи быстро, умри молодой, уходи сынком. Мет твоему пластику кукла. Только непонятно, почему мы играем за эту Макс, собственно, да? Непонятно. Пусть эта коробка с мусором послужит тебе подношением, всемогущий медвежонок. Я понял. Это что? Мы с Хлоей столько в ней не играли. По-моему, в ней не хватает фигурок. Pretty sure it's missing pieces. А зачем выбрасывать ее? Не понял. Подожди, а что у нас по заданию? А, я не могу ничего, кстати, по заданию. Ну ладно. Че, помогаем выбраться ей. Ну, наш первый концерт без родителей. Мы там так повеселились и собрались пойти на еще один следующий месяц. Но тот концерт был просто чумовым. Да, чумовейший. Я работаю над движением для следующего, зацени. Ну а ты? Придумала чего нового? Само собой, тренирую движение с воображаемой гитарой. Да уж, да уж, весело, весело. Блин, кофе, что прибеги, что там? Типа энергии для концерта. Ладно, вернусь. Ладно. Возвращайся туда. Так, что тут? Плакат с этим. Хлоя всегда предпочитала воображаемые животные настоящими. Ну, кроме Бонго, конечно. Осуждаем, блядь. Что это? Осуждаем, блядь, еще. Мама Хлоя хотела, чтобы мы нашли в этой куче старой одежды ту, что можно отдать на благотворительность. Вместо этого мы целый час наряжались. Молодцы, блядь, хуя начал, блядь. А, он весел у Хлоя не целую вечность, но никто из нас так и не выяснил, что случилось с последней частью. Надеюсь, с доктором Хлоенштейном все хорошо. Приключенческие приключения Супер Макс и Дра Хлоенштейна, доктора Хлоенштейна. Наша борьба с преступностью стала куда эффективнее с тех пор, как ты создала эти ракетные ускорители. Ну, конечно, сила полетела вообще все упрощает. А, сила полета вообще все упрощает. Доктор Хлоенштейн? Понял, понял, понял. Интересно. О, блядь, что это? Live fast, die young, and go out with a bang. Это кукла. Rest in pieces, doll. Окей, окей, ладно. Чё? Чё ещё тут можем посмотреть? Да, посмотрим. As usual, как обычно, оценки лучше моих, но я все еще делаю ее на физре.
Видишь, были хорошие оценки. На... Было бы страшно, awesome. Кто, кроме Хлои, мог превратить убор комнаты в пиротехническое приключение? Ну да. А зачем выбрасывать? Я не хочу выбросить. По-моему, Хлоя называла мистера Кука. Знаешь, что она до сих пор с ним играет. То есть мне нужно все это выбросить? Серьезно? Прилечь могу, не хочешь? Да, откроем, посмотрим. Опять здесь очень много чего можно изучить. Мне повезло, что я пережила времена увлечения. Ой, магии, не потеряв при этом пару, чё? Кажется, у нас замечательный стольный кандидат. Бля, зачем выбросил? Ну ладно. Ты избрендил? Это все моя магическая коллекция. Знаешь, сколько недель я копила карманные деньги? Ты не подтрагивался, ну, сколько усталан в пятом классе. А может, потому что я, моя ассистентка делала круглые глаза при виде фальшивой крови? Крайней мере, ты не распилил, чё, блядь. Я собираюсь избавляться от хлама, если не будешь ничего бросать. Маги никогда не раскрывают своих секретов. О, видишь, не выбрасываем. Это все, блядь. Выбрасывать, хуй там, блядь. Что она там сказала-то, блядь? А, немного магии. Видимо, чё? Видимо, Хлоя хочет, чтобы в этом мире осталось много магии. Ну ладно. Фотик. Эй, а что здесь делает фотик твоего папы? Он сказал, что я могу отнести его сюда и отдать тебе. Устал смотреть, как ты пускаешь на него слюни каждый раз, когда он снимает. Ну да, только ему не говори, а то расслабится. Охуенно. Ой, но для начала хорошая. Ну вообще, вот это даже ничего. Да, интересно, блядь. Я думал посмотреть, родители Хлои с ума посходили, когда получили это письмо. Родители Хлои Прайс, дорогие родители, поздравляем вас, объем Хлои Прайс была допущена к приему в Академию Блэквелл в сентябре 2008 года. Мы принимаем приблизительно 100 учеников из 1200 абитуриентов. Ваш ребенок показал превосходные результаты по всем критериям отбора. День открытых дверей для допущенных учеников и их родителей состоится 26 марта. 2 апреля – последний день, в который вы можете проинформировать нас относительно ваших намерений касательно обучения в Академии. Форма ответа на запрос о зачислении должна быть приложена к письму. По вопросам, требуемой финансовой поддержки, обращаться в кабинет финансовой помощи Академии Блэквелл. Мы с нетерпением ждем дня, когда сможем поприветствовать вас и Хлою в наших стенах. Искренне ваш, Марко С. Гонзалес, председатель приемной комиссии. Интересно. Я теперь не могу поверить, что ты теперь ученица Академии Блэквелл. Как оно? Вроде накачаешься. Учителя реально умные. Лаборатория за счет. Часто Петри ходит, завались. А ученики такие снобы, как ты думала? Пойдут. Давай подадим, блядь. Хлоя, не умеешь ты сказать свои чувства? Все в порядке? Не знаю, я просто люблю тусоваться с нормальными людьми. Таким, как ты. Ну, спасибо, наверное. Ты меня поняла. Я не вижу фальшивых людей, а ты настоящая. Спасибо. Пожалуйста, ёпта, блядь. Мы долго будем вот этой, ну, темой заниматься, все вот это, блядь, смотреть, ходить. Люди много чего говорят о Прескоттах, но это довольно классно. Чё классного в этом, блядь? Чё классного-то, а? Опа. Хлоя уже довольно давно меня обгоняет, но я могу резко начать расти в любую секунду. Да, конечно. Хлоя столько лет носила толстовку, и любимая, мне кажется, она случайно ее выбросила. Так, ну давай, прежде чем вот эту, давай тут посмотрим. Что это такое? Мы купили его 1000 лет назад, ради шутки. Честно говоря, поверить не могу, что Хлоя его так и не выбросила.
Так, ну давай, чё, мы всё смотрели с тобой? Ух ты, бля, серьёзно, блядь. Скейтборд. Хлоя всё пытается заставить меня покататься на своём скейте, но я предпочитаю делать фотографии. Молодец. Хлоя такая задротка, она хранит все свои старые учебники и школьные принадлежности. Ну, откроем этот ящик. А вот и, пример, чё, блядь, а вот ещё пример, за которым что-то там. Ну, добром его выбросить. Как насчёт карточек с мальчиков с личковыми группами? Приветствую смотреть. Да, смешно, помнишь, как мы его преображали их? В смысле, как ты рисовал всем сиськи? Как же на тебя злилась? Сиськи, что мы. Но наша дружба никуда не пропала, как и эти карточки. Ну понятно, блядь. Говоришь, выбрасывай, блядь. Не, похуй, давай оставим, блядь. Ну а смысл-то вообще вот этой темой заниматься, блядь? Просто так, чтобы было, блядь. На вот это выбросим. У нас не так много вариантов, чтобы выбросить, знаешь. Ты чего делаешь? Бросаю ее в кучу с мусором? Ни за что. Тот факт, что я надирал тебе зад каждую партию, не делает эту игру мусором. Хлоя, мы же 100 лет мы не играли. И там не хватает половины фигурок. Хорошая попытка, Макс, но от позора так просто не отмыться. Бьет пальцем, еще показывает. Ну, блядь, сама-то убирайся его. Ладно, когда буду готова, могу сказать, Хлоя, что закончил спорить с ней на счет мусора. Нихуя, блядь, подожди, блядь. Ща. Ну, вот окуленка, давай, нахуй. Если это о чем я думаю, то лучше даже не... Ты лучше подумай еще раз. Ой, да ты к этому пареньку уже не знаю, сколько лет не притрагивалась. Тебе не все равно? Не все ли мне равно? Если ты выбросишь моего нового друга детства в помойку? Думаю, комментарий излишний. Прости, дружок. Нахуенно, блядь. И чё, у нас вариант только есть, типа это, блядь, сохранить? Давай сохраним вот эту тему, хорошо. Что ты делаешь? Твоя любимая толстовка? Ты же случайно её туда бросил, да? Нет, ничего страшного. Она вся в дырках, и у неё швы расходятся. Раньше что-то не мешало тебе ее носить? Да, пусть. Правда. Нахуй, ну я обратно положил. А смысл? Туда мы убираемся здесь. О боже, давай эту хуйню хотя бы выбросим, блядь. Как насчет этого полусъединого леденца? Серьезная логическая угроза. Ты обещала, что мы дойдем его вместе. Не важно, сколько это займет. Не будь. Не, брось всё, нахуй. Твоя мама из Тултова скажет мне спасибо. Какой отстой, просто какой же отстой. Ну хоть что-то дай мне выбросить, блядь. Ты сама сказал, да, убираться? Давай, ты, блядь, сколько? Раз, подожди, блядь. Раз, два, три, четыре. Четыре вещи из пяти, блядь, ты сказал, что... Не, давай ставим, блядь. Нахуй. А в Толстов сказал, да, блядь, похуй, давай выбрасывать, блядь. Нет, блядь. Смысл этой темы вообще занимаемся? Ой, чё он там сказал? Ну ладно. Ну все, я превращаю поиски. Хочешь найти больше хлама, придется искать самой. Ну не совсем та чистка, на которую надеялся, но мы хотим... Мы хотя бы попытались, так? Так. И теперь у нас впереди целый день. Во что мы будем по-другому без присмотра? Чьи комнаты и совесть чистые ввязаться сегодня? Думаю, сейчас подходишь момент, чтобы сказать Хлое об отъезде. Или можно сперва насладиться этим днем, а сказать позже. Давай скажем сейчас. Хлое, вообще, мне очень надо кое-что тебе рассказать. Это я не знаю, как...
Но ты же, блин. Макс, придержи эту мысль. Наверное, выпало, когда я открылась. Ты думаешь, что это? Точно не знаю, но смахивает на что-то со времен, когда мы притворялись пиратами. Могущество твоего дедуктивного метода как... Чё? Эта кассета от нас, только 5 лет назад. Послание нас из прошлого, нам настоящим. Значит, нам там по 8? Сможете? Не знаю даже, что мы тогда могли наболтать. Готовы узнать? Слушай, весла, странник из будущего. Ты обнаружила в записи самых свирепых пиратов бухт. Аркадий. Капитана синей бороды, долговязый Мак Сильвер. Боже, ну и дурочки мы были. Так, ищешь ты сокровища, согретые, не так ли? Ну, коль сокровища. Мои глаза заметили двух славных пиратских девиц. Что у нас? Ну, сложный проект. Ну, проект. Ну, тогда не важно. Я прошу. Серьезно. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. Такой отстой. Как я сказал, коль сокровище ты ищешь, то пришел куда надо. Но знай, что путь тернистый, полон терний. Чтобы искать сокровище, что спрятано на острове Прайс, тебе понадобится карта из манускриптов капитана Синей Бороды. Только карта может привести тебя к сокровищу, что ищешь. Ну, знаю, опять же. Лишь те, чьи сердца чисты, будут способны знать, что показывает им амулет. Ну, смешно, да. Hilarious. We were so, so ridiculous. We still are, Max. We still are. Okay, okay. Forget everything. Today we go treasure hunting. Сокровище искать, блядь. Лучше убейся, Кона, я его наверное. Думаю, я знаю, что 8-летняя ты имела в виду по манускриптам Синей Бороды. На старый альбом, но мы хранили все свои броски из рисунка. Теперь давай глянем на карту. Собственность капитана Синей Бороды и долговязый Мак Сильвер. Я понял, блядь. Газар, Кади, Воронья, гнездо, кают-компания, рубка, доска, сокровищница, пушки, камбус. Блядь. Ну, кот, блядь. Правила пиратов. Никакого купания, никаких мальчиков на борту корабля. Не разбалтывать секреты пиратов. Всегда делиться награбленным. Всегда закапывать сокровища. Всегда стоять за товарища пиратов. За нарушение правил прогуляешься по доске. Пожилой капитан. Очередной день в открытом море. Полное разбойничество и разрушение. Наши едва закрытые сокровища вновь подверглись нападению. Злобный командир Шелли, враг всех пиратов, грозилась забрать нас карту, если та попадется ей на глаза. Конечно же, она слышала, насколько бесценны наши сокровища. Разумеется, хочет их украсть. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сложнее зашифровать карту. Враги так сильно жаждут наши сокровища, что мы должны быть уверены, что только мы, капитан Синей Борода и Долговязый Мак Сильвер, можем прочитать ее. Да здравствует, грабежи и богатство, капитан Синей Борода, Долговязый Мак Сильвер. Ну, прикольно. Ну это прикольно, прикинь, типа, ну, это воображение, типа, у ребенка развивает очень сильную фантазию. Может, страница вора, блин, интересно, может, на ней была карта? Может быть. Hey, check this out. Ну, смотри. Страница вырвана. Думаешь, карта была на ней? Если да, то я бы точно ее не выкинул. Может, она затерялась среди остальных рисунков? So much for telling Chloe. Я расскажу. Ой, интересует только поиск карты. Но где она может быть? Where could it be?
А ну это мы смотрели только что. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Может быть. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. И чё, всё? Ну, я понял. Ну, бля, ладно, я лягу, короче. Ну, что-то как-то, знаешь, подустало, блядь. Просто подустало как-то, знаешь, просто вот, ну, вот так вот просто. Так трудно поверить, это комната, этот дом, этот город. Все они теперь в прошлом. Или скоро там будут. Кто я без Хлои? Она всегда что-то задумывает, втягивает нас в приключения. Не могу представить свою жизнь без нее. Может, я не рассказала ей о том, что уезжаю? Потому что сама до сих пор в это не верю. Ну все, ладно. Полежали и хватит. Как бы это, ну, тоже такая фишечка есть. Я, кстати, про нее что-то даже забыл. Я просто по приколу, наверное, лег на кровать. Он пишет. Такая тема. Мысли ее показывают нам. Опа, давай. Так, что тут? Канализация за приключение Макса Хлои. Написано Максим Клофф. А, бля. Держите, ребята. А, смотри, поджечь хуй, его хост станет 11, это прикольно, кстати, сделано. Его транс станет 13. Я когда как-то читал книгу, ты там примерно такой же прием был, типа, сделан. Если ты сделаешь вот это действие, переворачивай на эту страницу и типа, ну, читай там, да. Если ты сделаешь такое-то, типа, ну, действие, ты переворачиваешь на эту страницу, я такой, вау. Я когда читал, когда читал такую книгу, это прям вау, было прикольно. Да, получай гостин, король. The Rat King was no match for us. Ну, можно, конечно, прочитать. Сфотографировать. Don't move. Двигайся. Поглубляйся. А что, чего сейчас? Присняйся, чувиха. Но или подобрал в одном лице. Это универсально. Стараюсь. Чё, посмотрим? Давай попробуем. Или нахуй. Ну ладно, 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 ладно. Или сделаем. Я не знаю, честно, блин. Можем, конечно, попробовать, типа, такое. Давай попробуем. Вы, Макс и Хлоя, лучшие друзья и ученицы школы. Вы сидите на уроке, как вдруг из окна появляется милая белочка. Она такая миленькая. Хотите ее приласкать? Приласкать белочку страница 8, не трогать белочку страница 3. Давай не будем трогать. Почему это вам не нравятся белочки? Они такие миленькие, хорошенькие. Должно быть, вы очень злой человек. Белочка кажется раздосована тем, что вы игнорируете. Но она забирается в кабинет, крадет ваш анализ книги со стола и убегает обратно на улицу. Мой анализ книги похитила белочка, говорите вы своему учителю. Ага, как скажешь, отвечает вам Митти Сандерс, не веря ни единому вашему слову. Что вы делаете дальше? Гоните за белочкой? Давай погнать за белочкой. Когда миссис Сандерсон...
Андерс отворачивается, вы убегаете через окно и начинаете преследовать белочку. Так делать очень нехорошо. Вы надеетесь, что это сойдет вам с рук. Но, скорее всего, не сойдет. Оказавшись на улице, вы оглядываетесь, но белочки нигде нет. Она убежала. Вот же она. Она стоит возле люка, ведущего в канализацию. Вы подбегаете к белочке, но та пугается и прыгает вниз. Ай-яй-яй, вы правда хотите спуститься туда? Прыгнуть в канализацию страница 2, найти другой путь. Давай найти другой путь. Я не видел вас, что этот люк выглядит жутковато, но есть ли иной путь вниз? Вдруг у вас над головой загорается лампочка. Вы используете ее, чтобы осветить себе дорогу домой, а именно вашу ванную комнату. Вы ставите одну ногу в унитаз и нажимаете на смыв. Вжух, не успеваете вы и глазом, и вы оказываетесь в канализации. Слева на земле вы видите крохотные отпечатки лап, а справа след изжеванной бумаги. Какой вы выбираете путь? Крохотные отпечатки лап, а справа след изжеванной бумаги. Давай изжеванной бумаги. А справа, направо, страница 7. Умный выбор, вы идете направо, следуя по дорожке изжеванной бумаги. После небольшой пешей прогулки вы оказываетесь в темном уголке. Внезапно пол под вами обваливается. Теперь вы плывете в какой-то непонятной теплой жидкости. Это почти как большая лужа. Вот только почему жидкость на вкус как желуди? Вокруг яркий свет. Оказывается, вы вовсе не в луже, а в большой миске с желудевым супом. И вокруг яркий свет. Оказывается, вы вовсе не в луже. Блять, что... Оказывается, вы вовсе не в луже, а в большой миске с желудевым супом. И куда бы вы ни взглянули, со всех сторон вас окружают белки, держащие ложки, одетые в малюсенькие фарточки. Они такие миленькие, а суп становится все горячее. Выходит, вы были не так уж и умны, но, по крайней мере, трапеза из вас получилась отлично. Конец. Бля, охуенно. Ну ладно, блядь. Такой, на самом деле, ну ладно. Бинго. Опа. Данное логово Хлоя, амулет. Я припоминаю, мы же придумали какую-то безумную загадку. Там нужны позорная труба и амулет, который мы спрятали в темной пещере, она же чердак. И зачем мы с собой так? Потому что нам было 8 лет, а чердак был самым страшным местом. Думаешь, она все еще там? Должен быть. Если только уборочная полиция не успела найти все там, еще его забрать. Ладно, и когда мы достанем амулет с пожарной трубой, можно будет использовать их, чтобы найти сокровища как-нибудь. Да вот что сделаем. Я пойду в гараж и откопаю свою старую подзорную трубу. Ты найди амулет. Встретимся на пиратском корабле. Мысли на качелях? Да, на пиратском корабле. Капитан Синяя Борода и долговязый Макс Сильвер снова в строю, сучки. Я надеюсь, способ сказать ей позже. Да. Если это мой пропускный день здесь, почему бы и не устроить финальное пиратское приключение? Ну, поехали, чё, блядь. Итак, Хлоя сказала, что это амулет на чердаке, а пробраться туда можно только через чулан. Можем открыть эту дверь, прикинь. Опа. Так еще словно всегда... Опа, смотри. Мне кажется, хорошо для восстановления костюмов на Хлоя. Зачем он на остальное время? Держим, что я туда не соблюдилась. Да, интересно. Но нам теперь, видишь, можно туда пройти. Видишь, помнишь, он всегда был закрытый? Ну, это тоже был закрытый. Вот сюда, помнишь, мы не могли с вами никогда пройти? Мне было интересно, что там. И можно сюда пройти. А вот и темная пещера. Блин, я не заберусь на чердак, если не могу даже до двери достать.
Нужно найти что-нибудь, чтобы лучше свистать. Ты возьми, блядь, швабру! Вот так вот. Опа, за ручечку, и опускаешь, и все. Зачем вставать-то куда-то что-то, блядь? Ну ладно. Так. Да, блядь, я говорю, возьми швабру. Начало положено, надо что-нибудь еще поставить сверху. Ну ладно. Ну все ясно. Все понятно. Здесь ничего нету. Опа, что? Пару назад я поскользнулась и сломала эту балку, но Хлоя взяла всю вину на себя. Она не рассказала даже после того, как ее посадили на домашний арест. Настоящая подруга. Понял. Пам-парам. Давай это поставим. Almost there. I just need a few more inches. Что, все? Все? Ой, ну давай, давай. Окно можно открыть, да? Думаю, тебе достаточно высоко. Подожди, можем окно же с тобой поставить, открыть. Сейчас эта отсылочка будет с птицей или нет? Нет, не будет. Кина не будет. Ну, давай посмотрим. Директор Блэквелл хочет встретиться с родителем Хлои. Интересно, по какому поводу? Хлоя что, подралась? Она никогда не попадает в неприятности. Рада, что отец вступился за нее. Голосовое сообщение? Интересно, осталось ли она? Мне really очень хочется иметь брата или сестру. Да. Хлоя не знала, причастно, может, потому что это сюрприз? Так круто. Хлоя без ума от природы. Наверное, ей понравится. Да. Ладно, let's go, короче. Ничего нельзя, вот кино не будет, как говорится, знаешь, кино не будет. Вроде не должно пасть, к тому же, что это за поручение, если в нем нет толики риска. Интересно. Ну ладно, бывает. Что поделать? Ничего не поделаешь с этим. Надо залазить на чердак и, собственно, искать. Awesome. Man, there is a ton of stuff up here. Как я вообще? There it is. Вот он. Ну, конечно, Хлоя спрятала амулет в самом трудоспособном месте. Нужно понять, когда пройти. Думаю, теперь получится пролезть. Кстати, вибрировал сейчас геймпад. Блин, где-то я такое уже видел в какой-то игре или в каком-то фильме. Там только был хоррор, конечно. Страшилка. Там был скримак вроде что-то того. Или где-то... А, я помню... Бля, напоминает, знаешь что? Outlast. Outlast себе напоминает. Там где-то в конце тоже нужно было так лазить. Вроде как. Давайте скоро будем его проходить, да-да. Я тебе серьезно говорю, да. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, реально. Ну, просто хотя бы подпишись на канал, мне будет очень приятно, спасибо заранее за это делать.
Ну, вот. Спасибо всем, кто это делает. Вот, поддерживает это меня очень сильно. Мне это реально мотивирует. И, ну, просто мне становится радостно и приятно, когда вы меня поддерживаете. Вот, поэтому скоро мне приходит Outlast, что не пропусти, да-да-да-да. Подожди, что тут делать-то, блядь? Подожди, ну. Взглянуть. Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. It's a good thing. Это такая дорогачка, иначе было тяжело. Otherwise, moving this furniture would be kind of difficult. Чего немножко мне стол? Аккуратно. Crap. Блин. Guess you have to go back. Зачем? One step closer. Ну что, бежит цель. Ладно, нам в любом... Подожди. Но в любом случае его толкнуть нужно. Чем я задвинул? Непонятно. Этот стол довольно тяжелый. Все, что ли, блядь? И? Да, что он пустой. О, да. Да, все прошли, видишь. Пролезть. Так. Finally. Наконец-то. Чё? Сфотографировать, да, сфоткаем. This is a nice close-up shot. Пошли, как бы. Got you. This thing is cool, прикольно. Вспомни, like как он работает. I wish I could remember how it works. Chloe Price, my best friend. It's so weird being back in his attic after so long. I remember being terrified of this place. Человек, камера не включилась. Kid, я вот ребенком, ты боишься только того, что ты можешь причинить боль тебе. А с возрастом older, начинаешь сильно бояться причинить боль другим тебе людям. And spiders. И пауков. I'm gonna miss her. Как же я буду скучать по ней? Приятного аппетита, ребята, кстати. Приятного аппетита. Показалось, Are you just watching me up there, Creeper? You are one of a kind, Chloe Price. What? I'm lucky you're my best friend.
That's all. Damn right you are, you mushy weirdo. Did you find the amulet? Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me walk the plank. Ну, на этом закончу. Спасибо за просмотр. Это серия была. Придется увидеть в следующих сериях. Давайте.